чашечку-то чая надо выпить. Ну-ка, я покажу. Тут уже горка с этой стороны, меньше горка. Готовили это в прямом эфире в Инстаграм и в Ютуб. Вот вкусный. Кайф. Это нож, который для резки теста. Он то работает, то не работает. Не проворачивается. Непонятно, что с ним происходит. В смысле, какой? Не крутится. Как для пиццы. Знаешь, такой нож? Да. Хрустит. Да, бывают, попадаются кусочки, которые хрустят. Бывает. Классный. Сейчас. Я сейчас скумбрию засолю. Вкуснятина. Вот светлому халява, да? Каникулы второй раз. Неделю проучились и снова каникулы. Халява ему не понравилась, он говорит, лучше учились. Угу. Дома что делать-то, скукотища? Ему. Вкусно. Хрустит. Бульгирия там? Ну, Сигирия, а что ты ко мне не приходишь? Потому что она меня больше любит. Чуть-чуть. Она меня любит больше всех на свете. Нет, меня. Меня. Бульгирия, ты же меня любишь больше всех на свете, да? Я же только меня, только меня любишь. Меня, она любит, и приходит ко мне играться, и музыку у меня слушает. А ко мне она приходит ночью под одеяло и целует меня. Она мне на ушко шепчет, и она говорит, я специально, типа для отвода глаз, чтобы он меня кормил, на самом деле я тебя люблю больше. Да, киска? Что она там еще тебе говорит? Наш, говорит, секрет. Ты такая молодец, кунипуська, у нее злодейка. Меня любит. Мне муж сейчас говорит, может, не будешь вареники делать? Рыбу сделаешь и все? Я говорю, а что? Он говорит, да все, уже охота типа отдыхать, чтобы ничего не готовить. Я прям не знаю, как это. Говорит, ну, можешь картошку сварить на завтра. Не знаю, сейчас посмотрим. Да, мусик? Приятного аппетита, друзья мои.